О Господи, свидетельствую, что Твоя любовь воспламеняет мое сердце так, что я не могу умалчивать истину. Я говорю, что этим сыном был Исмаил. Последним пророком в этом мире будет именно его потомок. Поистине, он благословенный пророк, о котором говорил Ибрахим. И мир будет рад его пришествию. Поистине, это посланник Господа. Посланник, сеющий любовь, сеющий справедливость. И знаете, о народ израильский, я был послан Господом к вам, чтобы подтвердить Тору и оповестить о последнем пророке. И будет имя его Ахмад.